где ты родился? Я родился в Беларуси, в городе Гомель. Кем ты хотел стать, когда был ребенком? Хотел стать инженером. Какой урок ты любил? Математику, географию. Какой урок ты не любил? Русский язык. Что ты делал после школы? Водился со всякими электрическими железяками. Какое у тебя самое сильное воспоминание из детства? В Кургане, где мы были в эвакуации, дом стоял рядом с ипподромом. И я помню, как там бегали лошади, возили этих наездников на тележках. Какую игру из детства ты помнишь? Ну, чок, например. За нее преследовали и учителя, и родители. Потому что это игра на деньги. Монетки складывались стопкой и били битой. Типа шайбы, этой, как играют в хоккей, только железный. Те, которые монетки после удара перевернулись, это твои. Которые остались, это бьет следующий. Такая вот игра. Какую игру ты помнишь, которая была раньше и нет сейчас? Ну вот, жестко, например. Стоишь на одной ноге, а второй ногой подбрасываешь такой кусок какой-нибудь шкурки пушистой. К ней привязан этот самый грузик. И вот этот ногой подбрасываешь. Пока подбрасываешь, все нормально. Как уронил, уже другой. Вот сколько раз подбросил, столько тебе очков засчитывают. Что ты любил делать, когда был подростком? Я пошел на работу в 15 лет. Меня поставили учеником надсмотрщика в автозале Кишиневской АТС. Где ты служил в армии? В армии я служил в Азербайджане, на аэродроме, в авиации. Заведовал радиомастерской. Как ты познакомился с бабушкой? В Академгородке был клуб. Назывался «Под интегралом». Я там занимался радиооборудованием. А бабушка с подругой пришла туда развлекаться. Там мы познакомились. Какое твое первое воспоминание, когда ты стал отцом? Я подошел к окнам роддома, и мама мне твоего папу показала в окошко. Какие отношения у тебя были с родителями? Трудный вопрос. Папа с мамой развелись. Я жил то у мамы, то у папы. Какие отношения у тебя с детьми? Я помню, мы с твоим папой ходили за грибами. Хорошие отношения.
У тебя есть смешная история про папу? У меня нет смешных историй про папу. Что ты любишь сейчас, что не было, когда ты был ребенком? Когда я был ребенком, не было ни телевизора, ни компьютера. А сейчас я люблю компьютер. Что бы ты хотел изменить в своем детстве? Когда мне было лет 6 или 5, я уже не помню, я кидал камень в собаку. Собака лежала, ей это надоело, она бросилась на меня. Я с воплем побежал домой, и так она меня напугала, что я потом полжизни заикался. Почему ты скучаешь то, что было раньше и нет сейчас? Ну, я думаю, так же, как все люди, скучают по молодости. Были времена, когда я мог по тундре бродить целый день с рюкзаком 30 килограмм за плечами и ничего. А сейчас пройду 200 метров и надо посидеть. Откуда ты приехал в Израиле? Я поехал в Израиль из Советского Союза.